10 июня 2021 год. Вот теперь крайний отчет для заказчика. Уже почистил лесочкой, троечкой, вот так. Вот здесь еще не почистил. Значит, так, 75 шагов. Так, 25. По-любому 14 соток есть. Вот такая территория. Вот здесь лесочкой почистил куветы. А там диском. Вот так территория. Это вчера я делал леской. Там доделал сегодня, почистил. Вот. А вот это здесь, короче, и камни были, и бетонные столбы, и сердце, и сетка рябица, и колючая проволока, и окол. Вот такие камни. Вот здесь мы диск-то и покоцали. Фирменный штилевский. Вот такие околы. Вон. Видите, какие срубы, как бьет непредсказуемо. Поэтому надо в маске работать. Очки вообще ни о чем. Просто-запросто можно вот этими осколками получить по мусалу. Вот столько окола. Поэтому, ну, просто незнакомая территория. Вот такие пни, вот вокруг деревьев. Все обточил, чтобы красиво, лесочкой, троечкой, чтобы все красиво. Вот так. Вот такие камни, булыжники. Вон, видите, как сколы какие-то. Иногда даже на своем оборудовании жалеешь и все равно попадаешь. Вот так пенечки. Ну, все красиво, просто уважаю Николая Николаевича, поэтому как для себя сделал. Вот, уважаю заказчика, ценю работу. Так что это, сдаю внутреннему Господу экзамен. Вот можно, в принципе, вон туда пойти. Ну, сказали сначала туда идти. Ну, вот такая территория. Огонь, все, уезжаем. Все, с Богом. Благодарю всех. Слава тебе, Господи, вывезли. Друзья, если устали, если нервничаете, ляжьте, поспите. Я имею в виду ночью поспите. Утро вечером мудренее. И все будет хорошо. Звоните. +7 924 123 24 44. Вообще надо оценить работу, пока она есть. А будем хорошо работать. И домой будут возить. И к дому будут подвозить. Вот. И зарплату повысят. Поэтому сначала поработайте хорошо. Покажите, что вы позитивные. Первое правило. Если к нашим мыслям подключить громкую связь, не стыдно ли будет за свои мысли? Поэтому дай Бог позитива. А Господь через людей отблагодарит. Не деньгами, так взаимозачетами. Помогай Бог. +7 924 123 24 44. 25 лет в сетевом бизнесе в разных. Смотрите YouTube-канал, там много всего. Стороженко Владимир. Ну а пока вот проявляю свое творчество в покосе. Смотрите YouTube-канал, там всего много. Помогай Бог. Вот. Благодарю компанию 4 Life, Full Life Research, что вернула здоровье. Только человек, который потерял здоровье и вернул его, ну, немножечко, может быть, процентов на 65, вернул на 70. Но в первые дни, это месяцы, это чувствовалось, что вообще на 100% вернул. Ну, конечно, не на 100%, скелет-то уже не вернешь, 9 зубов своих осталось. Мошка кусает, почему-то чешусь. Вот. Помогай Бог. Берегите своих жен. Жены берегите мужей своих. Детишки — это плод нашей любви. Внуки — это вообще плод. Любви в квадрате. Поэтому, друзья, держитесь за работу. Становитесь экспертами во всех сферах жизни. Помогай Бог. Что-то это, видео по 2 минуты стало записывать. Сейчас уже больше что-то, да, позитивное. Ну, вообще бы по-хорошему до заборчика бы пройти, в принципе, здесь недалеко осталось. Вот этот пятачок бы сделать красиво и в ту сторону идти. Помогай Бог. Смотрите YouTube-канал Стороженко Владимир. Приглашаю к сотрудничеству.